Всем привет! Сегодня у нас будет не ремонт, а просто разборка вот такого аккумуляторной дрели шуруповерта. Это модель XFD14, американская версия. В Европе и у нас эта модель называется DDF486, то есть новинка. У него, кстати, здесь отломана кнопка. Он из Америки таким приехал. То есть в объявлении клиент такой его и продавал. Покупал его не я, поэтому цену я на него не знаю. Аппарат не новый. Кстати, вот видите, проблема эта есть на всех. Многие говорили, что уберут эту проблему в этой модели, но иногда все-таки проскакивает. Ну, давайте откроем и посмотрим, из чего он состоит. НМБ подшипник. Извлекаем ротор. Вот так выглядит ротор. И внутри бесщеточный двигатель. Вот он, статор. В бесщеточном инструменте необходимо следить за тем, чтобы внутри все было чисто, иначе вот могут пылью вот эти датчики холла от пыли и грязи испортиться. Такое иногда бывает, причем на всем, не только на Маките, на Левольте. Теперь открутим редуктор. На патроне, кстати, написано Made in Japan. И патрон фирмы Yukiwa. Это не рем. 13 миллиметров, 1/2 дюйма резьба. И открываем корпус. Снимаем редуктор. Двадцать 1.09, что-то надпись какая-то. Рычаг переключения с пружинками. Выключатель Амрон 651-443-5. Двигатель. Подсветка. Все это можно извлечь спокойно. И вот такой контроллер. $620, D83,
А4, 18 вольт. Ну и я приложусь. На экране вы увидите артикулы, которые указаны в схеме. А также приложу сегодняшние цены на все это. Дата выпуска 21 год, 4 месяц, апрель. Ну и давайте откроем сам редуктор. Посмотрим. Саморезики. Точнее, винты. Потихоньку скрываем. Чтобы не рассыпалось ничего. Ну, здесь мы видим металлическая шайба. Шестерня. Шестерни идут, звездочки вот эти с игольчатым. Можно вот это все сразу всю снять. Далее идут. Втулками. Вот это переключатель режимов. И там уже шестереночки побольше. Шарики здесь такие большие. Ну и вот этот механизм, который проскакивает.
там подшипники. Девять до нуля. Шарики не выпадают и не крутятся даже. И вот здесь какие-то точки еще вставлены. Ну все, дальше мы разбирать не будем. О, видели, втулки поднимаются, когда в режим сверления. Вот, в принципе, и весь редуктор. Собираем обратно. Вот, кстати, вам для сравнения 481. Побольше он, ну, по весу они примерно одинаковые, но этот в руке так сидит поприкольнее. И ручка, если вот на 481 ручка вот такая, падай сюда, она уже не подойдет. Здесь пазы чуть-чуть другие. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на все мои аккаунты. Группа ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Одноклассники, Телеграм. Я везде, даже на Рутюбе есть. Всем пока!